Hello, это Monarch Play, и у нас сегодня Elden Ring. Вот до такой классной локации мы дошли с собачками там какими-то. Да ну не делай так, пожалуйста. Ну почему же ты такой непослушный-то? Давай Филагестаса переделаем, потому что... У меня как бы не сказать бы, что... Да. Потому что юзать магию на лошади Unreal... При этом двух этих собак-то сделали. Кто? А откуда здесь армия-то ваша? Что происходит? Почему тут меняется лог каждый раз? Кто вы такие нахрен? Реально они за мной идут. Вы орете, что ли? Ну ладно, как бы я могу и так. А толку? Какие они ржачные. За них копейки, правда, дает, вот в чем проблема. Типа, их, может, и прикольно было бы добить всех, но... Типа, в чем смысл? Ауч. Ну, давай добьем, просто посмотрим, что будет. Какой-то толпы. Потратить чисто времени на них. А, за них 200 опыта дает. Но это очень долго. Я не ужасно своими поднятыми руками. Я восстановим силы. Ну это самый легкий, по-моему, полученный мной косарь вообще, без намека на напряженность. Не отравить меня пытаются. Ладно, тут, короче, проще не на лошади, а вот так вот их. Чё? Проще не на лошади, а вот так вот. Не проще не на лошади, а вот так вот. Будет нравиться, что они сюда неожиданные атаки какие-то делают добивающие. Я их понял. Ладно, хорошо, я мимо этой толпы пролечу сейчас просто, и лошадь... Опыт заберу. Блин, ну они смешные, конечно. И чё, они реально тут сюда толпой стоят? Здорово, верующие.
Ай-яй, кружить пламя, отлично. Видишь, я получил новую магию. Это не может не радовать. Ау! Ау! Успокойся, говорят тебе. Восстановим. Да ну нет. Да как так-то? Так спокойно, не-не-не. Сложны вы, однако же. Так, здесь обычно вроде есть какой-то этот. Да ну нет. Двуручный меч, вот это класс, ну-ка. Я просто любитель двуручных. 31 сила, что? Чего? Как ты хоть выглядишь? Ой, вот это достойно, вот это достойно. Я все время думал, что вкачаем дофига силы и будем наших ходить. Короче, вот так. Просто вот так. С двумя двуручками всегда ходить, короче. Но это, скорее всего, если мы вкачаемся прям классно, а если мы классно не вкачаемся, то вряд ли. Ну, он, наверное, и весит дофига, да? Да, у меня сразу перегруз, а если его брать, то все равно около перегруза. 23 кило. При этом расход у него меньше, что удивительно. И дамаг у него значительно больше. Значит, я в тех локациях, в которых мне рановато пока что быть, походу, судя по всему. То есть у них есть птички, а есть большие эти хрен. Ну ладно, давай просто пробежим, посмотрим, что там спереди. Так, какая-то подгрузочка я видел была. Но они тут везде. Нет! Фига там предметов. Это что вообще? Что это за кристаллики? Я бы мог перепрыгнуть спокойно, просто надо было прыгать, а не стоять. Ну вот у нас есть цель, надо прокачаться до двуручного меча. С двуручным мечом явно вынесешь любого, если его еще прокачать, то 100% просто. Что если вас всех обойти? Руины Калема. Огненная смазка нити. Что? Это что еще за фигня? Идите-ка вы погуляйте, ребята, а? Да офигеть, одни огненные эти. Какое-то дурацкое управление, что вот прям я не могу типа прицелиться нормально никого. Чувак, кого там всех убило-то? За что мне душ-то дала?
Это что за демон? А пошел-ка ты нахрен, а? Я пойду-ка лучше свою душу возьму, тихо, спокойно себе. И перепрыгну туда, на ту сторону. Все же. Недаром же здесь дорога вот так вот сделана. Да. Вот тебе и дождь начался, драконий курган. Ну, блин, чувствую я, что я забираюсь не в уровневые места. От слова совсем. Эх, благодать благодатью, конечно, но... Потом мне подсказывают, что здесь мне будет совсем не рада. Я должен взять. Так, здесь эти хрены. Мне просто пока что интересно изучить локацию, посмотреть, что тут вообще есть. Кто тут есть, зачем тут есть, и надо ли тут есть. Ну, конечно, как же без этого? Карта Драконий Курган. Мне не нравится этот звук. Что происходит? Кто тут такой гигантский? Драконы! Два сразу! А чё не три? Мы не семь. Класс, мне нравится. А, это чисто для красоты? Или туда можно попасть сразу же? Здорово. Стоямба. Я не знаю, что меня убило, но что-то меня убило. Кузнечный камень мрака. Что это дает? Что это нам дает? Я так понимаю, что можно таким образом, скорее всего, качнуть оружие. Эти кузнечные камни же не просто так тут. Можно, пожалуйста, я душу заберу свою хотя бы, нет? Ну так, просто из приличия. Конечно, понимаю, что убить меня, это прям создан весь этот мир, чтобы меня убить. Скорее всего. Никак иначе, в принципе, не могут обойтись со мной. Короче, кого-то бужу как будто, да? Ай-яй-яй! Ну не так же, ну не так же, ну не так же, ну не так. Там можно спуститься, я видел, да. Там надо по веткам спускаться до низа. Блин, офигенно. Вот это мне уже нравится. Хорошо, что я ушел с той стороны и пошел в другую сторону. Просто кайф. Гораздо интереснее. Эти места гораздо интереснее. Жалко только, что я умираю постоянно. Правильно ли я понимаю, что типа мне надо будет добраться аж до тех мест, которые я вижу? Что вся вот эта местность, которую мы видим, она как бы населяема типа. Ну да. А-а-а.
как-то я себе мало представляю, как... Как это делать? Обходить? Мри печаль. Так, сейчас обойдем, посмотрим. Ага. Похоже, что это падение просто. И души мои теперь там внизу, да, куда я упал? Или нет, или не там? Вот интересно просто, где они теперь? Так, ну я так понимаю, что контента, конечно, они намутили очень много, и мы это будем проходить очень долго. Я даже, наверное, скорее всего, заколебусь, но посмотрим. Но изучать этот мир прикольно. Это такое, я скажу, да, реально Dark Souls на максималках. Но судя по тому, что душ моих внизу нету, точнее, вот тут прям их нету, значит, они точно там где-то внизу. А, там человек есть. То есть мне предлагается в ту сторону сходить. Сейчас мы просто сходим, посмотрим, души-то мои где. Они все, до свидания, внизу, или они все, до свидания, здесь? Ну нет, не говори, что они внизу. Ух, повезло. Так, здесь смысла нет. Находиться туда, в ту сторону. Там человека я видел. Прикольный, конечно, мир так пронизан. Но они прям воплотили мечту Dark Souls. В том плане, что... В Dark Souls же они все время хотели воплотить такую тему. А, ты еще и монстр. Ну не падай же ты! Они все время хотели, короче, воплотить в Dark Souls такую тему, я так понимаю, что ты попадаешь в такой мрачный мир, ты же типа один из неугасших или непогасших, или опаленных, ну, короче, ты один из пустых, грубо говоря, как в прошлом, когда говорили. Вот, и ты появляешься в мире, типа, холодном, который к тебе не дружелюбен абсолютно, и ты должен понимать вообще, куда тебе идти, что делать. И суть в том, что, типа, у тебя тысячи жизней, тысячи ошибок, тысячи раз ты вставал и снова шел в те же места. И как бы вот именно в этой игре этот дух прям отражен реально, то есть, ну, даже если по мне посмотреть, первые часы игры просто у меня было сплошное «что от меня хотят?». Типа тут нету сюжета, тут нету там какой-нибудь такой штуки, да, что типа какой-то, не знаю, закономерности стопроцентной, что нужно делать, как и вообще куда идти. То есть нет вообще никакой инфы абсолютно, что ты должен сделать с этим всем. Может, ты просто сгоришь? Даже этот мой сильнее. Я типа его добиваю, потому что у меня больше оружия больше. Фу, с него косарь опыта. А за что с него косарь опыта? Что он такого охраняет? Ах, назад. Да я не верю, что назад. Тут по-любому где-то можно спрыгнуть или как-то пройти. Там огромная пещера. Но как туда попасть, непонятно. А, лестница. Да ладно. Лестница. А там еще одна. Блин, офигенно, вообще офигенно. Вот это я прям кайфую. Ну, я люблю очень, когда огромные пространства, по которым можно путешествовать.
Охрана. Да, не пройти. Ну пойдем, ладно, по этой вверх. А, я понял, они имеют в виду, что надо спрыгнуть отсюда туда, и вот по этой пройти туда. Ой-ой. Нет, ладно, даже рисковать не буду. А чё, ты же не можешь ко мне прийти, нет? Ты не можешь ко мне прийти. Блин, надо, короче, больше энергии. Раз здесь есть мобы, они здесь точно не просто так расставлены. А дальше добивать только вручную. Отлично. Но за это меньше дали. И что? Вверх и тогда слева. Не видно же ничего. Осторожно спрыгнуть. Впереди предмет. Осторожно слева. Да я вижу. Ай-яй-яй. Отход. Да ну нет, это прикинь, сколько до сюда идти. Интересно, как-то можно его столкнуть? Никак нельзя столкнуть. Это опять до сюда идти. Это нереально, просто нереально. Я не знаю, сколько тут нужно дмага. А нет, я знаю, как это все сделать, короче. В теории только знаю. Короче, блин, скид, всех их заново убивать. А проблема в том, что обратно-то никак не вернуться оттуда. То есть там только если вниз спускаться и все. Да, у меня же заклинание какое-то новое, кстати, было. Сейчас я быстро посмотрю, что за заклинание. Ну, не хотелось бы, конечно, 3000 душ терять, но учитывая, сколько мы все время теряем, это в порядке вещей просто. Чары, молитвы, ну явно мне не хватит, да? Да, вера нужна. Ну, логично. Так, ладно. Каким-то боком надо, типа, осторожно очень все собрать. Там предмет есть, да. Но там есть и чубрик этот, поэтому как бы, ну, такое. Надо падать, пожалуйста. Офигеть, у них дома тут. Блин, все души, до свидания.
Что-то как-то я не рассчитываю этот момент, что постоянно на душу заканчивается на этом моменте. Ну все, 3000 душ. Ну, учитывая, что тут за каждого чубрика дают косарь, тут как бы очень быстро наберешь, но очень сложно мимо них проходить. Надо как-то осторожнее это все делать, я даже не знаю как. У них очень дофига здоровья. Очень. Прям крайне дофига. Сейчас, секундочку. И как пройти мимо них так, чтобы это здоровье не потерять самому, немножко мне не приходит в голову. Козьёль, ты забрал все мои жизни. Все мои руны, верни их срочно. Дадут? Да, косарь. За него, слушай, нехило дают. Косарь, это прилично. Я бы даже сказал, что это слишком прилично для такого человека. Одного. Их надо скидывать как-то. Как их скидывать, фиг его знает. Я так понимаю, что большое оружие дает неплохой дамаг, да? Да, пробуем тут запрыгнуть. Да, отлично. А, привет, Чубрик. Мы с тобой поступим так, как поступили в прошлый раз. Ну, главное, этот забраться не хочет, а тот не, а тот так не делал, а тот такую не взял и запрыгнул. Следующая бабочка. Так, с этим-то так не прокатит, получается, да? Он запрыгивает спокойно на эту штуку. Очевидный ключ, это все, из-за чего мы это делаем. Ай! Давай просто посмотрим пока, что тут еще есть. Авось тут вообще упадет нахрен, и все, до свидания. Отменись, пожалуйста, от него целиться. Запрыгни. Отлично. Отлично. Ай-яй-яй, запрыгивай. Не хочу я с ним сражаться, блин, он нафиг не сдался. Есть возможность. Не понял. А, тут выше подняться можно. А вот он, проход самый низ. Все, я понял тебя. Почему опять тщетность? Где требуется прыгнуть? Впереди молодец.
И в чем смысл? Надо было спрыгнуть на ветку, мне кажется, не? Трава. И что трава? Тут опять падение. И обратно уже все. Обратно нас уже царек ждет. Ну ладно, тогда я думаю, что здесь мы тогда закончим, еще продолжим следующую же часть. Спасибо за просмотр, ставь лайки, пиши комментарии, вступай в группу Дискорда, ВКонтакте, Инстаграме, Телеграме, и, конечно же, подписывайся на канал и следи за продолжением. Пока-пока.